народный фольклор, спортивные состязания и главный приз – автомобиль. В Чебоксарах прошли главные мероприятия федерального Сабантуя. На традиционный праздник татарского народа в столицу Чувашии приехали гости из разных регионов страны. Мимо этого события не могла пройти и наша съемочная группа. Вместе с привычными хлебом и солью гостей на Сабантуе встречали чак-чаком. Вообще, национальный колорит на празднике ощущался во всем – от песен до больших танцевальных постановок. Федеральный Сабантуй начался с яркого театрализованного пролога. В нем приняли участие танцевальные коллективы не только из Татарстана, но и из Чувашии. Узнать не только о народных традициях и быте, но и самому почувствовать себя жителем татарского села можно было на подворье, расположившемся у монумента матери. Здесь все как в старину – мельница, колодец, национальная изба. А в хлеву даже поселили корову с овцами. Щетка для чистки овечьей шерсти, деревянная и глиняная утварь, люлька-бишик. В национальной избе собрали предметы из разных эпох. Некоторые из них используют и сегодня. Еще лет 20-30 назад многих детей в этих люльках качали. Даже и сейчас, заходя в какую-нибудь избу, ну дом, будем так говорить, современный, люльку можно увидеть. На Сабантуе каждый мог найти себе развлечение по душе. От разбивания горшка закрытыми глазами до бега с ведрами. На празднике бились подушками, балансировали на шатающемся бревне, бегали в мешках, залезали на столб в надежде достать специальный приз. Особый колорит на борцовском ковре, где почти 100 человек состязались в силе и ловкости. По традиции победитель борьбы Куреш уезжает с праздника на машине. Сабантуй давно перерос рамки и границы только национального праздника. Это праздник всех тех, кто бок о бок живет и работает на этой земле. Сегодня это не только праздник для татар, это не только российский, 30 стран, 57 или 58 регионов. Для нас это высокая честь проводить этот праздник. Почему? Потому что это наша культура, российская культура. За этим будущее России. Мы сильнее становимся. Наша дружба навека. Этот 18-й федеральный Сабантуй в столице Чувашии собрал больше 1000 артистов. На праздник приехали делегации из 41 региона России. И даже начавшийся дождь нисколько не испортил праздника. На Сабантуе он один из самых желанных символов. Ведь земледельцам скоро собирать урожай. Анастасия Евгеньева, Семен Антонов, Вести Чебоксары.